Эта беда коснулась не только Андрея, его родственников и тех, кто лично был с ним знаком. Трагедия затронула сердца многих людей, консолидировав общество вокруг этого человека с большой буквы, с неиссякаемой жизненной энергией. Тысячи людей откликнулись на призыв о помощи, и необходимые средства для лечения и реабилитации Андрея в клинике за рубежом были собраны. Однако 27 июня Андрей Ленев скончался. Проводить в последний путь Андрея пришли сотни людей. Отпевание проходило в Покровской церкви Черкесска, где он сам при жизни, как человек верующий, бывал очень часто. Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия, воина Андрея, еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Среди тех, кто пришел проститься с Андреем Леневым, люди абсолютно разных профессий, возрастов и национальностей. Всех объединила боль утраты настоящего человека, человека с большой буквы, который буквально заполнял своей неуемной энергией все пространство вокруг себя. У каждого, кому посчастливилось знать его лично, был свой Андрей Ленев, очень добрый и честный человек. И когда уходят такие люди, трудно что-то говорить и сдерживать слезы. Ему было всего 37 лет. Похоронили Андрея в селе Дружба. Наша телекомпания выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Ленева.